Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня я хотела вас познакомить с новым набором на курс «Арабский для начинающих» по книге «Аль-Арабия ли-Наши'ин». Первые 5 уроков по этой книге есть также на моем YouTube-канале, вы можете с ними познакомиться. Не забывайте делиться, подписываться, возможно, кто-то из ваших близких или друзей нуждается в таком курсе, или вы сами. Этот курс по книге, которую, в принципе, вы видите на экране, да, то есть она вот так выглядит. Еще расписания точного нету, но, скорее всего, это будет в среду на 11 по московскому времени. Ну, точнее, расписание будет позже. Вы можете подать заявку, которая будет под этим видео, ссылка на регистрацию, и с вами свяжется, сначала, модератор. Также хотела вас познакомить, да, возможно, кому-то хочется почитать про этот курс, так, на моей инстаграм-страничке можно почитать этот курс. Да, то есть о том, ну, важно, какие требования, во-первых, да, то есть уже нужно уметь читать и писать. Ну, имеется в виду писать не то, что сочинение писать, а хотя бы уметь соединять буквы. Это, в принципе, вы можете сделать на курсе, который также есть в моем YouTube-канале, научиться соединять буквы и примерно их звучание. Понятно, что навык чтения уже более такой хороший, мы также будем с вами развивать на самом уроке, иншаллах. Так. Сам курс, да, он, ну, если говорить глобально, это серия книг, да, состоит из 6 книг. Мы начинаем с первого тома. Есть другие группы, которые уже прошли дальше, да, то есть уже заканчивают, например, второй том. И вот будет эта группа начала первого тома, группа женская. По окончании курса, иншаллах, вы будете знать необходимую лексику, имеется в виду курса из 6 томов, конечно, необходимую лексику на понимание арабских текстов, знание основных правил арабского синтаксиса, значит, аннаху, также морфологии, да, то есть правила построения внутри слова ассар. Также уметь излагать свои мысли на арабском, ну, в таком базовом, ну, хорошем уровне, да, то есть понимать, иншаллах, арабскую речь, разбирать предложения, многое другое, то есть, например, писать что-то, да, какие-то предложения мы будем и приводить, и значения, то есть, ну, курс. Я рекомендую его, потому что я сама в свое время, это мой базовый курс, в принципе, который был положен в основу вообще моих знаний в том плане, что я с него начинала, и он мне очень нравился, да, и до сих пор нравится, потому что это вот основа моих знаний арабского, да, и когда я училась, я училась в арабской стране, и нам говорили, вот если вы закончите эти 6 курсов, вы сможете любой текст, как бы, арабский, ну, в каком-то таком глобальном формате понимать. Понятно, что есть какие-то термины, даже если вы умеете говорить по-русски, да, какие-то книги могут для вас быть сложными. Но такие книги специальные, да, например, или тексты общего такого характера или шариатским уклоном, да, это будет, иншаллах, легко. Понятно, что иногда, возможно, какие-то слова будут неизвестны, но есть словарик, и можно будет их узнать. Ну, вот база грамматическая, да, это все, иншаллах, будет тут освоено, ну, конечно, по завершению 6 томов. Первый том — это такой базовый, глобальный том, который вот прям, если вы будете знать его какие-то основы, то, иншаллах, дальше будет легче и легче. Буду преподавать я. Расписание, как я сказала, будет установлено, но предположительно, скорее всего, это будет
среда на 11, точнее, будет указано. У нас или к модератору пишите по этим данным в Telegram, или пишите под прямо регистрацию, подавайте по ссылке, которая будет мешала под видео, вы можете это просмотреть, и также можете посмотреть на сайте отзывы про группы, которые были ранее. Оплата вот 1800 рублей, это за период вот до конца как бы этого семестра и до Рамадана, да, то есть это получается, ну, достаточно такой большой период, урок будет длиться, в среднем он длится до полтора часа, да, ну, никогда, только там, может быть, какие-то очень экстремальные случаи, когда меньше часу, ну, в принципе, я не помню, ну, возможно, может, где-то там мне нужно было срочно уйти, вот, а так обычно урок длится полтора часа, ну, может, там, 2-3 минуты плюс-минус. Вот. Всем рекомендую этот курс, и записаться, проходить, то есть уже выполнять задания, да, то есть после каждого урока у вас этот будет видеоматериал, который будет в доступе только группы, не в общем доступе. Также будут задания, которые вы выполняете, да, связанные с тем, что мы делали на уроке, или упражнения, или перевод каких-то предложений, или вопрос, ну, то есть разные упражнения бывают, разные задания после каждого урока. Когда заканчиваете один урок, переходите к другому уроку. Это курс, где вы присутствуете на уроках, когда нужно присутствовать и выполнять задания дополнительно уже. Есть также курс такого же плана, но уже в записи уроки, где вы на уроке не присутствуете, а уже есть записанные уроки, и вы просто их выполняете. То есть такой курс тоже существует. Этот курс, там прямо целый том уже можно, да, то есть сначала до конца. Этот курс, вот сколько мы пройдем в этот срок, да, мы можем закончить всю книгу, если группа очень активная, возможно, не всю, то есть уже с этой группой будем начала продвигаться в ее темпе, как бы, чтобы было и качество, и, ну, как бы, количество, да, то есть не только мне важно время, да, но чтобы все задавали вопросы, как бы были активны и понимали вообще, про что этот курс, да, занимается, потому что на уроке все отвечают, то есть всех я там по порядку спрашиваю, да, ну, только если там бывают какие-то случаи, когда сестра по, ну, там, времени не может, допустим, ответить, и мы отлаживаем это до следующего круга, да, а так активность на уроке приветствуется. Благодарю за то, что были со мной и прослушали данное объявление о этом курсе. Надеюсь, что скоро с новой группой мы приступим и будем изучать арабский язык вместе. Баракаллаху фейкум. Ассаляму алейкум. Ва рахматуллахи ва баракатух.